Так, ну что, привет. И сегодня у нас установка глушителя. И также заодно я поставлю демпфер. Я использую глушитель Arrow. Практически такой же, как стоял у Пучетти Кавасаки, когда на нем ездил Топрак. Там чуть-чуть, естественно, отличалась эта система, но в целом очень похожа. Использую только банку и мидпайп. Сам коллектор остается стоковым. Объясню почему. Потому что я посмотрел очень много замеров на стендах. В частности, Brooks замерял, настраивал мотоцикл со стоковым выхлопом, с полным выхлопом. Естественно, прибавка небольшая есть. Порядка там 1-2 лошадиных сил при замене коллектора. Но стоимость полного выхлопа на самом деле в моем случае, наверное, не окупает эти 1-2 силы, потому что стоимость полного выхлопа, она просто космическая. Поэтому я использую только мидпайп и банку саму. Кавасачий выхлоп, он кроме того, что титановый, очень легкий, он еще и грамотно сделан. Он построен как бы по системе 4 в 1, но на самом деле это система 4 в 2 в 1. Здесь разделено, соответственно, здесь одевается банка. Лямбду я заглушил. Заглушка вкручено, все герметично. Ну и соответственно сейчас я поставлю сюда мидпайп и банку Arrow. В комплекте имеется сама банка, мидпайп, DB-киллер, который я устанавливать не буду, пружинка, хомут с болтом и имеется даже инструмент для затяжки пружины. Так. Почему я выбрал именно этот выхлоп? Он один из самых, если не самый легкий. То есть вот 632 грамма банка. И 540 грамм мидпайп. Сейчас я установлю этот выхлоп на мотоцикл. Также в комплекте было ухо крепления к хвосту, но так как хвоста сейчас пока нет, соответственно, и ухо это прикручивать некуда, но алюминиевый кронштейн сам имеется. В общем, надеваю сюда мидпайп, затягиваю хомутом, вот сюда он фиксироваться за ухо, ну дальше соединяется с глушителем через пружину. Вот. Также установлю демпфер. Демпфер, как я уже говорил, я электронный убрал. Теперь есть возможность при необходимости поставить любой демпфер, который подходит по размерам, любой механический демпфер. Я ставлю, нет проблем. К траверсе к этой этот демпфер подходит, за исключением того, что здесь нет вот этой вот втулки, которую пришлось изготовить сюда. Непосредственно она вот через эту втулку устанавливается. В общем, сейчас я поставлю глушитель и прикручу демпфер. Также я не показал, но я решил установить Starline GPS 3X, который стоял у меня на предыдущих мотоциклах, для сравнения с тем, как будет работать приборка, для сравнения со Starline моим. Но в частности у этого датчика, индикатора, есть преимущество в том, что онлайн можно видеть, если ты идешь с опережением своего графика. Лампочка красная мигает, и, соответственно, по секторам он показывает, насколько ты опережаешь свой график, если едешь в минус. Если в плюс, соответственно, показывает, насколько отстаешь. Поэтому я решил пока его оставить, попробовать с ним. Несмотря на то, что какой-то вес он имеет, но тем не менее.